Нет, колбаски хочу. Зашизаем, Вера. Давай. Блин, все, она походу кончилась. Придется самой напевать. Извините, по вашему запросу ничего не найдено. Дурацкий шиза. Так, сегодня нужно будет стиралку починить, ну и за свет еще заехать, заплатить. Да, да ты, конечно, красотка. Вообще секси прям. Сейчас зубы почищу и пойду покорять мир. Свет не выключили в коридоре, сходи, выключи. Ты ближе лежишь, сходи и выключи. Я вообще-то беременная, я не могу идти. Тебе нельзя вообще-то. Ну, начнем, пожалуй. И это все? Ну ладно. Чуть надоело, потом дочитаю. О, здесь, наверное, крутые картинки. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей обилки, да-да-да. Вера, ужин готов, иди кушать. Ага. Ща, книгу дочитаю. Ты делаешь домашнее задание по литературе? Да я читаю книгу, да. У тебя нового, как дела? Да все клево, мне вот недавно мой айфон подарил. Смотри. Можно посмотреть? Смотри, конечно. Может быть, уже хватит? Ты что такая жадная? А я тебе, между прочим, тампоны давала. Мама любит кэш. Apple говно, вот Samsung лучше в 100 раз. Гляди, какой он уже жесть, у тебя загрязнился. Ты вообще что ли не притираешь? Свинья. Нужно держать осторожно, а то вдруг разобью. Ну и сколько стоил? 70 000. Серьезно? Да я на Авито за 10 купила. Только я не могу понять, почему он не включается. Да ты хоть понимаешь, что в Африке дети голодают, а вы тут айфоны покупаете. Офигевшие люди. Ну все, подруга, теперь это наш общий айфон. А чё тогда на ВК не была? И мне не отдыхать. Прикинь, Женя с каким-то жирным парнем встречается. Серьезно? Ну, это же по любви, наверное. Так что я рад за них. Как клево иметь 10 000 друзей ВКонтакте.
Как хорошо, что у меня есть муж, лучшая подруга и родители. Что еще для счастья надо? Ты что, потолстела, что ли? Что, заметно, что ли? Блин, вот уже третий день на диете сижу. Гляди, я купила iPhone последней модели. Да ладно, дай посмотреть. Гляди, я купила iPhone последней модели. Ну зачем тратить деньги на это барахло? Лучше бы что-нибудь для дома купила. Ну что, как отметим твой дрэк? Будет нереально круто. Сначала поедем в сауну, потом в джипси, а потом продолжим в отеле. Ну что, как отметим твой дрэк? Да с родственниками посидим, чай с тортиком. Что же купить-то? О, какая крутая кофточка. Думаю, наверное, ее взять. Какие обои выбрать? Блин, какой большой выбор-то. Блин, где бы Новый год-то отметить? Алло, Лен, ты где Новый год отмечать будешь? Да, любимый, привет. Я уже подарочки купила всем на Новый год, так что дружненько поедем на дачу. Пишем свою фамилию и имя. Пишем свою фамилию и имя. Да, Леночка, привет. Гулять? Да, пойдем. Давай в клуб сходим, что ли? Давно уже не тусили. Алло. Гулять? Да ты прикололась, что ли? Мне надо пожрать приготовить, вещи погладить, ребенка уложить. Какой гулять? Вера, иди помоги мне дверь подержать. Держишь? Да. Ой! Вера, принеси мне, пожалуйста, минусовую тоже. Держи. Вера, блин, это крестовая. Позитиве на простой волне, на обычном стиле. Будни прощать, привет, выходные. Джиги на охоте, девочки одели меня. Подойди, малышка, назови свое имя. Она кружится в танце. Блин, Вера, иди подержи дверь. Не-не-не, там поболтать. Помоги мне гвоздь залить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сорваны связки. Что здесь щели такие? А полка что неровно стоит? Можешь лучше сделать. Звездолю. Ну-ка иди ко мне. Да-да. Каток? Не, я не могу. Я же в положении. Милый, купишь мне, пожалуйста, в магазине винограду и яблок? Конечно, любимая.